Беларусь памятая масштабная акция по захаванию гістарычнай памяти и умацаванию сувязи поколения протягивается. Сустрэчу с ветеранами Великой Айчынной войны провели у Центральной городской библиотеки Герцена у Гомеле. Удельницей размовы стала и наш корреспондент Вероника Гамзюкова. Их одногодкам выпала тяжкая доля – голод, холод и постоянный страх. Дети войны рассказывают истории своего життя у диалогу с молодью. Інайда Сауч, старшиня городской организации «Дети войны», народилась у концлагере у Штутгарте в 1944 году. Ее мать шмат рассказывала девчинце об житті у тих умовах. Вспоминать ей рассказы без слез немогчимо. По рассказу мамы мы там испытали голод, холод, унижение, оскорбление, потерю родных и близких. Но когда вернулись обратно, пришлось пережить все то же, только со стороны советского режима. Мы считались врагами. Прибывали в лагерь, а в первую очередь всех регистрировали в общие книги. С этого дня узники уже не имели ни фамилии, ни имени. Их вызывали по этому номеру. Інайда Петровна и іншыя члены об'єднання «Дети войны» регулярно сустракаются с молодью. Сустрэчы поколений – это важная частка акции «Беларусь памятая». Юным слухачам заўсёды складана стрымлівать эмоции. Прошло много лет, как закончилась страшная война, и мне кажется, такие мероприятия, они очень актуальны в современное время, так как нынешняя молодежь не знает войны. А мы знаем о войне из книг, из фильмов, из рассказов ветеранов, и вот именно поэтому очень важно. Также на данный момент идет проект «Внуки по переписке». Наш парламент поддержал этот проект. Уже более 200 писем нашли своих адресатов. То есть школьники, студенты, работающая молодежь пишет письма в дома престарелых. Успоминами ветераны и дети войны делились с войскоўцами с части 1242 и удельниками проекта «Мы памятаем, мы ганарымся». Написанные у его рамках эссе «Успомины» про подеи военного часу увайшли у одноименный сборник, подрыхтованный супрацовниками городских библиотек. Библиотеки города давно и плодотворно занимаются популяризацией знаний о войне, о тех людях, которые живут на территории города Гомеля, которые воевали, которые так или иначе война отразилась на их жизни. Еще несколько лет назад, в 2015 году, библиотеки города объявили акцию по сканированию фотографий из домашних архивов. Мы не ожидали такой активности, это был очень интересный материал. Подчас встречи удельники повязали символичные стужки на древо памяти. Червоные – у память об тех, кто не вернулся с войны. Зеленые – у гонор тех, кто выжил. Покидаючи стужку, удельники рассказывали истории своих близких. Некоторые не знают, что их прадедушки, прабабушки воевали. Вот это прочувствовать им все-таки нужно. И, так сказать, найти в своем генеалогическом древе действительно человека, прадедушку, которым ты можешь гордиться. Потому что, ну, это очень важно, это все-таки наша история. У планах волонтерского отрада организовать доследчий центр, у яким молодь могла бы вучать историю своей семьи, каби в наступном годе принять удел у акции «Беларусь памятая». Вероника Гамзюкова, Игорь Марыщенко, Василий Сипцов, телерадиокомпания «Гомель».